Так, я надеюсь, домик наш не повредится. Хотя, кто его знает? О! Все. Ой, домик, домик, аккуратно. Так, да ну нафиг, они еще отлетают. Нифига. Они отлетали, эти бомбочки. Я прям переживал, что заденет дом. Нет, не задело, все нормально. Так, здесь тоже давайте тут взорвемся динамитиками. Вот так вот. И все ради жителей, ребята, все ради жителей мы это делаем. ТНТ-шечку. ТНТ-шечкой взрываем все нафиг. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дудаплей, и мы продолжаем улучшать наш стартовый домик. Вы мне писали, как раз, что Майнкрафт обновился, и мы сейчас, ребятушки, будем, естественно, наш стартовый домик улучшать. Делать немножечко какие-то улучшения, и у нас появились новые блоки. Искаженные доски. И вы мне писали, давайте сделаем искаженные доски по периметру. Вот, поставим вот сюда, посмотрим, как будет выглядеть наш домик. Вот, с искаженными... Кстати, искаженные доски, они вроде бы как не горят. Поэтому мы это обязательно, ребята, проверим. Горят они или нет. Так, смотрите, мы полностью меняем здесь, значит, получается, чисто ставим искаженные доски. Потом подожгем это все в конце ролика. И посмотрим, реально они не горят или как. Вот, а искаженные доски, они такого цвета интересного, зеленого. Кстати, мы можем даже пол установить, такой вот, такие доски сделаем. То же самое. Давайте зайдем туда в домик. Такой вот у нас получается наш домишко. Красивый, симпатичный. О, что-то я этот самый нечаянно удалил дверь. А, здесь у нас будут, ребята, искаженные доски. Давайте тогда построим здесь так вот. Выбираем наш дерн полностью. Землю. И ставим искаженные досточки зелененькие. Сейчас посмотрим, какие материалы еще у нас новые появились. А, появилось у нас много чего. А, искаженный нилий какой-то. Давайте посмотрим, что за искаженный нилий. Например, мы его сейчас сюда поставим, искаженный нилий. Убираем дерн отсюда. И ставим. Ага. Нифига, у нас получается такой страшненький, получается, домик, да, будет? Такой. Так, у нас это жители что-то пошли уже в дом. Значит, ребята, уже наступает ночь. Ночь наступает. Да, действительно, у нас ночь наступила, посмотрим. Так, два жителя, мы их уснули. Ладно, сделаем сейчас мы день. Так, все, они проснулись. Но они почему-то не хотят у нас работать. Хотя вот, пожалуйста, получается, занимайся. Мы вам сделали сад. Ладно, сейчас мы будем улучшать полностью нашу территорию. Также, конечно же, будем строить домик. Посмотрим, как это все выглядит с высоты. А, ну, в принципе, неплохо, неплохо. Сюда тоже мы установим эти новые блоки. Таким способом. Во! Потихонечку наш домик превращается непонятно во что, ребята, да? Так, это уберем. Отсюда вот тоже сделаем. Вот таким макаром. Так, а вот эту гору, да, я хочу как-нибудь в одной серии взорвать. Полностью уничтожить. Чтобы ее не было. Так, давайте тогда, значит, посмотрим другие материалы, какие у нас еще появились. Багровые доски. У нас появились багровый стебель. Давайте возьмем багровые доски. И сейчас мы их будем по периметру крыши устанавливать. Во! Получится у нас интересный домик. Улучшаем его. Даже чем-то смахивает на домик ведьмы. Вот если так присмотреться. Я бы еще улучшил... Ой, я бы еще, знаешь, что сделал бы? А вот здесь периметр увеличил бы домика нашего. Вот до сюда вон так вот. И, естественно, нам нужно будет сюда тоже достроить. Берем полублоки.
Багровая плита есть, искаженная плита. Ну, давайте возьмем искаженную плиту. Чтобы немножко что-то у нас было какое-то изменение. Так, повыше. Во! Прям какой-то волшебный дом получается. Так, здесь сюда не надо. Устанавливаем полублоки искаженной древесины. Она, кстати, тоже не горит. Вот таким макаром. О! Тут можно даже какой-то наверху сделать бассейн, типа. Так, а что у нас тут получается по механизмам? Давайте возьмем динамитика. Так, редстоун возьмем. И попробуем вот здесь уберем немножечко, взорвем место. Сейчас будем взрывать. Я не знаю, домик наш, я надеюсь, не заденет. Но где-то примерно вот здесь вот и хватит. Устанавливаем ТНТ. Побольше прям не жалеем. И сейчас это все взорвем, ребята. ТНТ-шечкой. Прям погуще, погуще все это сделаем. Так, что у нас тут? О! Так, ну что, давайте взрывать. Так, я надеюсь, домик наш не повредится. Хотя, кто его знает. О! Все. Ой, домик, домик, аккуратно. Так, да ну нафиг, они еще отлетают. Нифига. Они отлетали, эти бомбочки. Я прям переживал, что заденет дом. Нет, не задело, все нормально. Так, здесь тоже, давайте тут взорвемся. Вот так вот. Повыше сделаем ТНТ-шку. Вот такую окольцованную сделаем, окольцовочку. Мне главное, чтобы они не летали никуда. О, все, пошла цепная реакция, взрываем. Опа, так, нет, пока нормально, домик не повреждается у нас. Вот, так, а у нас здесь получается вверху очень много. Так, вот здесь тоже наставим, сейчас будем это все удалять. А взрывать это мне все не нужно здесь. Так, главное, чтобы у нас эти жители здесь не бегали. Иначе будет очень жалко, если они там погибнут. Так, и пониже. Я думаю, здесь все заставим. Ух ты, это что такое лежит? А-а-а! Я думал, это снежок. Я думал, это бриллианты, алмазы. Нет, нифига. Так, все, давай. Все, быстренько уходим отсюда. Все, взрываем. Нафиг. Главное, чтобы домик мне не взорвался. Не, нормально все. Так, ну здесь куча всего мешается. Давайте сделаем поближе. Вот так вот поставим. Вот это все мы взорвем. Так, ага. Побольше. Мне-то не жалко динамита. Мне главное, чтобы домик наш не взорвался. Так, и пониже вот здесь вот тоже заставим ТНТ-шечкой. Главное, чтобы это все в цепную реакцию начало взрываться. Да. Может быть, конечно, все не взорвется, но да ладно. Мне вот здесь главное вот эту еще снять. Верхушку. О, у нас здесь, смотри, еще наверху очень много чего. Ненужного. Все. Как бы я... Вот этот периметр полностью, ребята, он должен сняться. Ну что, поехали взрывать. Так, вон, смотри, этот житель ходит. Так, ладно. О, все. Пошла реакция. Взрываем все, значит. О, нет, житель умер, житель погиб. А-а-а, я прям видел, как он умер. Ладно, бедолажечка. Ну что ж, я надеюсь, там один какой-нибудь житель-то остался в живых. Ну, в домике никого нету. Ну, ребята, вы не переживайте. Я думаю, они... все будет нормально у них там. Ладно, давай здесь все сделаем, еще вот здесь взорвем. Все. Просто это все ручную, это убирать, сами знаете, как долго. Приходится вот так все уничтожать. Динамитиками. И все ради жителей, ребята, все ради жителей мы это делаем.
ТНТшечку. ТНТшечкой взрываем все нафиг. Так, здесь тоже мы... Ну, тут немножечко осталось-то взорвать это все. И, в принципе, у нас проходик будет хороший. Ну, все. Главное, чтобы дом не повредился. Поехали. Так, давай взрываем. Так, мне нужно, короче, знаешь что, зажигалку. Угу. Зажигалка. А где ты зажигалка? Зажигалка же зажигалка. Как еще? Как еще не зажигалка-то? Подожди, а где зажигалка вообще? Офигеть, ребята. Мне кажется, в новой версии убрали зажигалку. Да ну. Так, где у нас пища? А, вот разная. Может, в разном? Ты подумай. Нету зажигалки. Убрали зажигалку. Теперь зажигалки в Майнкрафте, ребята, не будет. Все, взрываем. Дальше. Так, домик. Мне кажется, задело. Да, реально задело. Задел немножко домик наш. Ну ладно, мы его сейчас отстроим. Как он раньше и был. Ой, ну а здесь, наверное, все-таки, ребята, вручную будем делать. Потому что, видишь, все-таки задевает у нас взрывы эти. Так что мы эту всю грязь уберем в землю. Если задевает дом, то я уже не могу, конечно, тут уже взрывать. Поэтому здесь вручную это все надо будет убирать, подчистить. И мы сможем дальше с вами, ребята, домик наш улучшать. Как-то все делать. Но. Жители наши все взорвались. Слушай, да. Нету что-то жителей. Мы, короче, знаешь, так сделаем. А, пища разная. Так, где у нас тут? Ищем жителей. Кролик, лось, овца, чешуйчатый. А, коричневого цвета, я помню. А, вот он, да. Угу. Сейчас быстренько зайдем в домик. Да, и быстренько так раз, и два. Все, вот они, ребятушки, наши жители. А, они даже не умирали, это просто так. Тут ничего такого нет. Давайте достроим уже. Где у нас здесь? Достроим домик, который у нас тут немножечко вот этими блоками придется нам достраивать. Вот так примерно. Ну и тут тоже пускай будет все зелененькое, почему бы и нет. Все, жители наши спят, ничего не происходило. Тут я не знаю, почему у нас здесь. Надо быстренько найти стекло. Давайте возьмем черную панель. Где она? А вот. И сделаем здесь вот черную панель. О, половина черной панели, половина такой вот панель синенькая. Ну что ж, давайте посмотрим, ребята, на наш домик. Как мы его сегодня улучшили. Улучшили или не улучшили. Это кто такой еще? Иди отсюда. Как-то так у нас. Что мы сделали? Ох ты, крипер бегает. Это плохо очень, что бегает крипер. Ты давай этот... Житель, а вы что дверь-то не закрываете? А где второй? А ты что, будешь? Как ты мог выйти за закрытую дверь? Ну, короче, вот такой домик, ребята. Вполне мы его улучшили. Не знаю, здесь его повзрывали. Жителей взорвали. Новых жителей создали. Так, крипер бегает. Мы его сейчас щелкнем. Эй, крипер, иди отсюда. На. Давайте мы его убьем. А то еще домик наш взорвет. Откуда ты вообще взялся? Здесь вас не было никогда. Ни криперов, никого. Иди. Слушай, на. Мы его сейчас взорвем, ребята. Ах ты гад. Смотри, что творит, а. Так, давай быстро взрывайся. Но. Да. А криперу... А, слушай, а крипер от взрывов разве умирает? Пойди, может он не умирает от взрывов? Ну, как-то так. Так что, ребятушки, будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что улучшить, что добавить в домике, что изменить.
Так что обязательно это сделаем. Ну, а сегодня мы сделали все, что могли. Что ж, смотрите предыдущие ролики, что мы здесь делали с этим домиком. Всем пока-пока. Пока, 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 ребята. Смотрите новые ролики.